тебе есть сейчас смысл идти? Мне звонили из деканата сегодня. Хорошего дня. До встречи. Подчинение групповому давлению как тип конформности предполагает лишь внешнее принятие влияния, которое ограничивается присутствием агента влияния. Конформизму часто противопоставляют реакцию нонконформизма. Она зависит от группового давления. Поведенческий негативизм часто связан с тем, что индивид оказывается на стадии вхождения в группу, когда его личностная задача быть. Главное оказаться не таким, как все. Смысл приходить под конец занятия. Прошу прощения за опоздание. Видно, в привычке дело в том, что не веришь. Твое имя? Агния. Андрей Сергеевич, я твой новый преподаватель по психологии. В качестве наказания за опоздание предлагаю тебе принять участие в эксперименте Аши, который мы сегодня разбирали. Согласна? Хорошо, что мне нужно делать? Все просто, я нарисую две линии на доске, а ты скажешь, какая из них длиннее. Вторая длиннее, чем первая. А вы как думаете? Первая. Пробуем еще. Первая длиннее, чем вторая. А как считают остальные? Вторая. Первая длиннее, чем вторая. Вот вам пример подчинения групповому давлению. Было приятно познакомиться. Садись, Агния. Давайте поаплодируем. Все свободны. До встречи через неделю.
Прошу, уходи. Либо с глубинными переживаниями, либо с конкретными проблемами человека. О чем ты думаешь? Хочу рассказать тебе об одном своем ощущении. Что за ощущение? Когда самолет взлетает, его скорости не хватает, чтобы удержаться на высоте. Он как будто застывает в воздухе в моменте свободного падения. И что? Инстинкт смерти. К следующему разу распределите между собой темы, чтобы не было повторов. Все свободны. До встречи через неделю. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Здравствуй, Агния. Ты всегда так внезапно приходишь и уходишь? Прошу прощения, если... У тебя какой-то вопрос? Мне сказали, что оценка на экзамене будет зависеть от курсовой. Это верно. О чем будешь писать? Хотела спросить совет. Напиши о гипнозе в современном психоанализе. Гипноз. В интернете нет дельной информации. Визитка. Звони ближе к пятнице. Я подготовлю список книг. Ты надолго? Скоро вернусь.
вы помните какие-нибудь особенные случаи из практики? Особенные пациенты – это те, которые уже знают корень своих проблем. Чай, кофе? Вина не для студенток. Ты записалась как пациентка, могу тебе налить. Леандр красивый. Редкий вид для домашнего гербария. Он очень ядовит. Я знаю. Когда отец был жив, он разучивался на одну мелодию. Бери ниже. Еще ниже. Что вы имеете в виду? Время сеанса ограничено. Его достаточно. Приступим. Хорошо. Садись на диван. Я сейчас включу видеоряд. Спокойно смотри и слушай мой голос. Смотри в центр спирали. Представь, как она медленно вытягивает все мысли. Дыхание становится ровным и глубоким. Спускаешься по лестнице, шаг за шагом, вдох, выдох, вдох, выдох, шаг за шагом.
Здесь легче дышится. Морозный воздух чище. Наверное, нам стоит расстаться. Может быть. Но мы не такие уж и разные. Да, это верно.